Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами уходовыми покупочками для волос и для лица, которые я приобрела в обычных магазинах, таких магазинах, которые наверняка есть и у вас в городе, так что вы со 100% вероятностью можете приобрести и найти такие средства у себя в городе. И также хочу сказать, что в конце видео будет обзор на покупочку, которую на средства, которые сейчас очень сильно рекламируют по телевидению. Ну а сейчас давайте приступим к обзору других покупок. И первое, что хочу вам показать, это вот такой шампунь Шамту. 48 часов объема с пуш-ап-эффектом. Шампунь «Глубокое очищение и свежесть» с экстрактами трав для жирных волос. Покупала я его в магазине «Магнит» по акции, буквально там за 60 с копейками рублей. Очень хороший шампунь, периодически покупаю эту серию, очень мне нравится. Волосы сохраняются дольше свежими и не пересушивают также кожу волос. Так что вам советую, присмотритесь. Следующее, что я приобрела, это такая новая серия, я ее не видела, встретила первый раз. Это вот такой шампунь от фирмы Планета Органика в поисках рецептов красоты. Вот посмотрите внимательно на бутылочку. Шампунь идет на натуральном сертифицированном черном африканском мыле и экстракте египетского хлопка для жирных волос. Написано, что он глубоко очищает и нормализует жирность волос и кожи головы, а также укрепляет корни волос. Этим шампунем я пользуюсь уже в течение недели. Очень неплохой шампунь. Он коричневого цвета, похож как на дегтярный, даже вот по ощущениям и по запаху он похож вот на дегтярный шампунь. Достаточно неплохой, очень мне понравился, как очищает волосы, но чуть он их, конечно, подсушивает за счет вот того, что он убирает жирность с волос. А так шампунь достаточно неплохой, покупала я его в магазине «Пятерочка» по очень привлекательной цене, кажется, 49 рублей. Так что за эту цену шампунь неплохой и состав достаточно хороший. Следующая серия покупочек – это также уходовые средства для волос. Также я покупала их в магазине «Пятерочка» по акции. Это вот такой шампунь морошковый и морошковый бальзам. Серия «Секреты сибирской травницы» «Морошка Агафьи». Вот такая серия. Написано, что они увлажняют и восстанавливают волосы. Содержит сок дикой арктической морошки на мыльном корне. Подходит для нормальных и сухих волос. Достаточно неплохой шампунь и бальзам мне понравился. Шампунь, в принципе, очень хорошо справляется со своей функцией. Хорошо промывает волосы. А бальзам достаточно неплохо смягчает кончики волос. Так что постоянно я вижу, что в магазине «Пятерочка» проводятся на них акции, скидки. Так что, если у вас есть, также я вам его советую. Очень хорошие шампуни. И давайте перейдем к уходовым средствам. Даже не уходовым, это средства для макияжа. Покупала я их в обычном косметическом магазине. Это вот такой CC-крем от Эвелин. Очень неплохой крем. Содержит минеральные пигменты, корректирует, расцветляет и матирует кожу. Оттенок персиковый. Крем достаточно неплохо ложится на кожу. Вот так он выглядит белым, но при нанесении на кожу он моментально сливается с кожи и приобретает вот такой более натуральный оттенок. Но для меня этот оттенок оказался темноват. Он больше подойдет на загорелую кожу. А так крем сам по себе очень неплохой. Стоил бюджетно до 200 рублей. Точно цену не вспомню, но присмотритесь, и мне нравится фирма Эвелин Косметик. И вот такой крем достаточно неплох.
И также взяла тональный крем от Evelyn Cosmetic также. Это тональный крем 3 в 1. Он идет как база под макияж, тональный крем и корректор. Покупаю я такой крем не первый раз. Очень он хороший, не жирнит кожу, достаточно хорошо матирует и не появляется даже к концу дня жирного блеска. Оттенок мне очень нравится. Оттенок я вам, правда, не скажу какой. Нету. Вот такой оттенок, он как слоновая кость. Расход достаточно минимальный и хорошо его перекрывает какие-то несовершенства. Стоил также очень бюджетно и продается практически в любом косметическом магазине. Так что я вас... Два вот этих крема мне очень порадовали, очень они мне понравились. Так что присмотритесь. И взяла вот такую основу под макияж. Это фирма Белита, белорусская косметика. Также беру ее не первый раз, очень давно ее пользуюсь. Это основа, наношу ее на чистую кожу, хорошо впитывается, очень минимальный расход, имеет такой прозрачную консистенцию, если вам видно. Стоит также очень бюджетно, и в принципе фирма вот эта Белита белорусская, она достаточно хорошая, и косметика у них тоже на уровне. И давайте перейдем к долгожданной новиночке. Это вот такой мицеллярный шампунь от Чистой Линии. Его сейчас усиленно рекламируют по телевидению, во всех рекламах я его вижу. И наткнулась на него в обычном магазине Магнит. Стоил он очень бюджетно. Около 69 рублей. Шампунь очень классный. Я уже несколько дней им пользуюсь. Написано, что это мягкий шампунь без силиконов на отваре трав. То есть состоит на 80% из отвара трав. Это экспертный уход в 5 в 1. Подходит для всех типов волос. Бережно очищает, придает силу увлажнения, блеск и мягкость волосам. Очень классный шампунь. Подходит для каждодневного применения, не утяжеляет волосы и очень хорошо очищает. Классный, мне понравилось, так что я вам его советую. Ну вот и все покупочки на сегодня. Да, их было не очень много, но я думаю, видео вам было полезным. Если это так, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за внимание. Пока-пока.